Всем привет, ребята! Сегодня мне подарила наша подписчица вот такую распаковочку. Вот, смотрите, она такая красивая. Такая яркая, такая красивая, радужная такая. И здесь написано, открой такие полосочки, что надо это снимать. Давайте снимем. Она очень много поставила, наверное, чтобы не оставить, потому что из них я... Пока еще не открыла, тут вылетели вещи. Да, здесь наклейки. Даже не кладешь, что там еще. Здесь наклейки были. Отрабии, это отрабии. Все такой, не помню, как его зовут. Пикачу, это да? Нет, это от Куруми, я же не друг. Такой торт вкусный. Сок, коктейль. Это какой-то шарик с цифрой 4, шахматы, наклейки, потом это что, книга, тетрадька, и вот такой, просто вот такой, самый смешной котик, это я, это тоже я, собачка такая, сплю, это Абеда, это рука, вот, такие прикольные, спасибо, Рабье. Это такой прикольный. И вот туда мне их приклеить. Я такие... Кстати, я из них могу делать эти... Я делаю на ТВ, там делать из них эти вешалки для кукол. Показать? Это закипаем вверх. Немного так. 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 Ну, как-то вот так. Вот вешалка, держите, пожалуйста. С вас 100 тысяч. Такие прикольные. Это просто пол. Она нам давала еще наклейки. Просто так давала на всем классе. У меня была одна наклейка, ее просто взяли и вытянули. И вешалка, чтобы повесить эти штучечки. Можно даже цепочки. Смотри. Цепочки мне их сейчас портить не надо, цепочки делать. Спасибо, Абеда. Так. Вот. Фа. Я их сюда поставлю. Это моя вешалка. Вот так смотрит. Это такая вешалка, что весить вещи. Еще шкаф. Я делала еще. У меня кукла была, я для нее взяла из коробки, сделала шкаф. И вот так вешалки сделала. Так. Прикольно прям. Такие прям прикольные наклеечки. Я такая с тыквой. Это не тыква, это банан. Это банан? Это банан. Тыква. Это банан. Ой. И всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.